этом видео на канале о многом вас ждут три логические головоломки. На все три правильно сможет ответить только самый умный из вас. После того, как вы услышите условия головоломки, вы сможете поставить видео на паузу, дать свой вариант ответа и затем услышать правильный ответ. В комментарии под видео не забудьте написать, сколько из трех головоломок вы решили верно. Задача 1. Если на одну сторону весов положить килограмм ваты, а на другую килограмм железа, что окажется тяжелее? Это была очень легкая загадка для разминки. Вес ваты и железа по условиям задачи одинаков, поэтому правильным ответом будет то, что они одинаковы. Подпишись на канал, если ты ответил не так, как этот парень. Берешь килограмм ваты и килограмм железа, извешиваешь. Что тяжелее? Килограмм железа. Ну как килограмм ваты может быть тяжелее, ёпта, блядь. Задача 2. Почему, когда идет снег, на улице теплее, чем в ясную погоду? Итак, правильный ответ. Потому что снег, соприкасаясь с воздухом, образует трение, в результате чего на улице теплее, чем в ясную погоду. Ставь лайк, если ответил правильно. Задача 3. Сейчас загадка для тех, у кого имеется водительское удостоверение или хорошие знания в области ПДД. Итак, почему знак «Уступи дорогу», так же как и знак «Главная дорога», отличается по форме? То есть знак «Уступи дорогу» направлен углом вниз, а знак «Главная дорога» расположен в форме ромба, хотя он квадрат. При обучении на вождение автомобиля мало кто задумывался об этом. Все знаки, как мы знаем, правила дорожного движения, созданы для нашей с вами безопасности. Но именно эти два знака приоритета, которые расположены на перекрестках, устроены таким образом для того, чтобы в случае загрязнения или заснеживания этих знаков вы по форме могли определить, движетесь вы по главной дороге или обязаны уступить дорогу. Друзья, не забудьте оставить комментарии, насколько из трех загадок вы ответили правильно. Спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, а также в группы в соцсетях, ссылки на которые будут в описании к этому видео. Всем пока!